смотри на меня. Олег, пожалуйста. Беги к Олегу, я справлюсь. Руки за спину, я сказал. Помогите! Тихо, тихо, держи, держи, держи. Да, держу. Олег, держи. Пожалуйста, пожалуйста. Держи руки, держи крепко. Алло, скорая. У нас огнестрел, ранен полицейский. Пульса нет. Дорога на Зирке, срочно приезжайте. Пока Кравченко в больнице, его начальника отдела будет Вадим Ледовский. Поздравляю. Вот так-то. Работаем, ребята, работаем. Спасибо. В целом, показатели обнадеживающие. Почему он не приходит в себя? Мы специально не приводим его в сознание, чтобы организм окреп. Но через несколько часов мы начнем выводить его из этого состояния. Ему повезло. Еще бы минут 10, мы бы его уже не спасли. Ему вообще это облава на наркоманов. Мы что, отдел по борьбе с наркотиками? Все же прекрасно знают, что нет мороженого. Куда он полез? Куда? В этом весь Олег. Вечно лезет на амбразуру. Слушай, осталось самое неприятное. Нужно как-то Тане сообщить, чтобы она не испугалась. Как это сделать? Я не знаю. Ладно, поехали. Где папа? Его убили? Нет. Танечка, он ранен. Все хорошо будет. Вы сильно ранили? Все хорошо будет. Поправится. Давай, не бойся. А с кем я теперь жить буду? Что? Ну, я хоть и самостоятельная, но еще не совершеннолетняя. Я не могу еще оставаться дома одна. Вдруг что-то случится. И мне надо с кем-то пожить, пока папа в больнице. С дядей Вадимом? Ну да. Я не хочу с дядей Вадимом. А с бабушкой?
Наша бабушка сейчас в санатории, сердце подлечивает. Я не хочу ее зря тревожить. С Олегом все равно все будет в порядке. Она, как только узнает про ранение, сразу примчится сюда, и непонятно, как это отразится на ее здоровье. Тетя Кира, можно я у вас поживу? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Вау! Вот это я понимаю, квартира. Класс! Вот что означает свободные квадратные метры. Вау, это что, кухня? Да. Класс. А я уже год прошу папу обновить нам кухню, представляете? А он все потом и потом. Что с ним взять? Мужчина. А ты голодная, наверное? Ну, есть такое. Да, у тебя тут мышь повесилась. Ну, тогда я предлагаю поужинать в ресторане. Класс. Я буду двойной чизбургер и большую картошку фри. Ты в ресторане когда-нибудь была? Конечно. Мы с папой туда каждый день почти ходим. А если честно? Если честно, мы только в кафе мороженое были. Тогда? Позвольте, мадемуазель, пригласить вас на ужин в ресторан. Спасибо. Только папе не говори, что мы с тобой ужинали. А вот и он. Только тихо. Да, Олег Николаевич. Как вы себя чувствуете? Уже лучше. Я очень рада. Вадим сказал, что наркоман сдал свой подельник. Они ж не просто так меня продырявили. Что вы все о работе? Вам сейчас отдыхать надо. Мне Вадим сказал, что вы... Вот они себе забрали? Да. Спасибо. Это несложно. Как она там? Сидит тут рядом, скучает. Можно с ней поговорить? Конечно. Привет, папочка. Как ты себя чувствуешь? Привет, дорогая. Все хорошо. А ты что делаешь? Что я делаю? Я ужинаю. Ну, что ешь? Что я ем? Что я ем? Кира приготовила очень вкусную отварную курочку с гречкой. Вызывайте пожарных. Так уже позвонили, даже потушили. Молодцы. А что от меня надо? Есть подозрение, что это умышленный поджог. Так что давай, собирайся и приезжай в отдел. Вы отлично справитесь с рыбаком, благословляю. Не-не-не, лучше с тобой. Давай, жду тебя через час. Что ты еще раскомандовался-то? Вообще-то я заместитель Олега. Все, зай, подъем! Ты с ума сошел. 2 часа назад только уснули. Ну, все, мне пора на работу. Так ты езжай, я тут посплю. Ну,
А, не-не-не-не, это исключено. Это конспиративная квартира. И что? Слушай, ну сюда в любой момент могут прийти с проверкой. Так что давай, солнышко, вставай, одевайся. Ага, конечно. Сволочь ты, Ледовский. Доброе утро. Это куда так рано? Так, вставай, собирайся, завтракаем, я отвезу тебя в школу. Какая школа? Сегодня же выходной. Так, а что папа делал обычно с тобой по выходным, когда на работу уезжал? Дома оставлял. Я уже взрослый. Отлично. Я тогда тебе сейчас оставлю деньги, сходишь в кафе, позавтракаешь, а если я не вернусь к обеду, пообедаешь. Но в чужом доме папа меня одной еще никогда не оставлял. Особенно на весь день. Ну, что мне с тобой делать? Придумала. Возьми меня с собой на работу. Я не могу взять тебя на место преступления. Ну, ты ж не хочешь расстроить папу? Он точно расстроится, если узнает, что я была без присмотра. Собирайся. Таня, сиди спокойно. Лёнь, доброе утро. Кира, что случилось? Срочно приезжай в отдел. Зачем? У меня к тебе очень важное дело. Ледовский, у меня же выходной сегодня. Нет, Ледовскому это не доверишь. Вся надежда только на тебя. Все, жду. А папа говорит, что дядя рыбак все время спит на работе. Не страшно ли ребенка оставлять? Слишком много болтаете, гражданин ребенок. Сидите спокойно. Доброе утро, Лена Рыбак. А, Тать, привет. Что случилось-то? Ну, там нужен человек с твоим опытом. Так, понятно, дело серьезное. Не томи уже, говори. Сейчас все объясню. Нужно посидеть с Таней. Ты серьезно? Угу. Ты вытащила меня из бабок жены красавицы, чтобы я побыл нянькой? Да. Кира! Лёнь, это все для стабильной работы отдела. Таня уже большая девочка. Почему бы ей дома не посидеть одной? У девочки отец в больнице. Ее надо поддержать. Ей грустно. Эти ваши женские штучки. Лёнь, давай, давай, давай. Стесняешься. Привет. О! Вадим, где тебя носят? В смысле? Да? А? Вот. А мы что, на твоей поедем? Ну, если заместитель начальника отдела, не зазорно ехать на машине подчиненной? Нисколько. Я вообще-то очень демократичный заместитель начальника. Слава богу. Слушай, у рыбака правда красивая жена? Да. Он уже 5 лет рассказывает, какая она красивая. Только никто ее никогда не видел. Да ладно? Да. Может, боится, что ее уведут? Боится, что засмеют. В смысле? Ну, я один раз видел у него на компьютере их совместную фотографию. Смотри. Слушай, ну внешность, это вообще, я считаю, это не главное. Да. Зато посмотри, как он ее трогательно, как нежно он ее обнимает. Мур-мур. Очень трогательно. Так трогательно. У меня аж слезы наворачиваются. Так за друга переживаю. Ладно. Давай ближе к делу. Что там за пожар? Ну, жертв вроде нет. Эксперты уже работают. Сейчас приедем, узнаем подробности. Надеюсь, быстро домой. Чувствую,
здесь сегодня будет жарко. Доброе утро. Всем привет. Привет. Анжелочка, пожалуйста, скажи, что это не поджог, и я поехал спать. А вот и не поедешь. Мы обнаружили следы поджога сразу в нескольких местах возгорания. Ясно. Слушай, а как там Олег? Нормально, уже очнулся. Привет. Привет. Ну что, обнаружили следы поджигателя? Нет. Хорошо искали? Ну, конечно. Понятно. Соседние недостроенные здания осматривали? Конечно, далеко отсюда. Оба здания строит одна строительная компания. Иди и внимательно все там осмотри. А хозяин этой красотищи уже объявился? Да, он в машине уже давно сидит. Здравствуйте. Полиция города Мавки, заместитель начальника отдела Ледовский. Лейтенант полиции Задорожная. Я хозяин этого пожарища. Петр Мороз. Не рано начали пить, Мороз. Если бы у вас сгорел строящийся торговый центр, я бы на вас посмотрел. Вы не представляете, сколько я сюда бабла вбухал. Эксперты считают, что произошел поджог. Вот уроды. Кто уроды? Ну, тот, кто поджег. Вы полиция. Вот и ищите этих уродов. А мы уже ищем. Скажите, вы единственный владелец? Да. Вы местный? Нет. У меня несколько торговых центров столицы, и я вот и решил укрепить свое присутствие в регионах. И кому-то перешли дорогу в Мавках, да? Да вы что? У меня нет врагов. Наверное, дети играли со спичками, вот и подожгли. Вон, кстати, мой прораб Иванов приехал. Можете с ним поговорить, потому что я, похоже, не в состоянии. Вот вам моя визитка, и я поехал. Куда? В отель спать. Вы в таком состоянии сядете за руль? Вы не парьтесь, у меня есть водитель. Петя, поехали. Простите, вы прораб этой стройки? Будьте любезны. Что? Идите сюда. Да, да, здрасте. Полиция города Мавки. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, кто мог совершить поджог? Так это кто угодно мог совершить. У нас, знаете, какие ситуации на стройке бывают? Рабочие понапиваются, и пришлось недавно двоих уволить. А кто-то из них мог обиду затаить, так сказать, ну, обидеться. А на стройматериалы бензину налить и спичку бросить, это же дело не хитрое. Скажите, а во время строительства у хозяина были с кем-то конфликты? Конфликты? А, вот недавно с поставщиком некачественного цемента. Был конфликт. Такой скандал был. Что за поставщик? Госстройматериал. Они всем в Мавках материалы поставляют. Горин Игорь, хозяин, владелец, так сказать. Отлично. Да? Спасибо, вы нам очень помогли. Хорошо. До свидания. До свидания. Вы, если что, можете обращаться. А Мороз сказал, что у него конфликтов не было. Давай сейчас позвоним. Да пусть проспится. Смысл сейчас с ним разговаривать. Да. Ой, извините. Девушка, ну вы что, вообще не видите, куда вы идете? Ой, так неловко. Сейчас, одну секундочку. Ой, а вы случайно не из полиции? Из полиции. Вам нужна помощь, да? Ну, вообще-то мне из полиции несколько вопросов и одно маленькое извинение. Ну, с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Девушка, а вы, собственно, кто? А вы, девушка, кто? Лейтенант полиции Задорожная. А я Марина Сидоренко, следователь страховой компании «Твоя защита». Ну, понятно. Подсчитываете убытки? Ну, угадали. Кстати, а что именно сгорело? Вы что, не видите? Внутри все выгорело. Так, это был поджог? Точно поджог? Точно.
Мы не можем вам об этом говорить, потому что это тайна следствия. Знакомые отмазки. Не хотите говорить, я сама все узнаю. А вы, кстати, не допрашивали еще Шинкара? Кого? Шинкара. Он тут при чем? Ну, вообще-то он глава департамента строительства города. И я и без вас это знаю. А это значит, что ни одно здание в этом городе не строится без его санкции. Ну вот я и подумала, может, у него произошли какие-то конфликты с застройщиком. Страховой следователь, Марина, по-моему, у вас больное воображение. Если у вас есть какие-то вопросы к полиции, составляйте официальный запрос, и мы рассмотрим его в установленном законом порядке. А сейчас не мешайте нам работать. Старший лейтенант Ледовский очень занят. Очень жаль. До свидания. Слушай, ну зачем ты так? Ну прям готовьте официальный запрос. Так она тебя сейчас испепелит, будешь как этот пожар. Слушай, давай заедем куда-нибудь, футболку мне купим, неудобно как-то. Я не поеду, ходи так. Здравствуйте. Здрасте. А что это такая принцесса делает в этом темном царстве? А кого вы ищете? Вероятно, вашего начальника. Так нету его. Он в больницу попал. Надеюсь, с ожогами? А вы откуда знаете? Профессия у нас такая. Мы из полиции. А что с ним случилось? Игорь Михайлович сегодня утром пришел весь обгоревший. Угу. Ну, я прям испугалась. Говорю, Игорь Михайлович, да вам в больницу нужно. Ну, а он что? Ну, он говорит, да ну ее, на мне и так все заживет, как на собаке. Я вообще-то по образованию медсестра. Ну, я знаю, насколько опасны эти ожоги. Вот, я вызвала ему скорую. Он, конечно, был недоволен, но а что делать? И мы с санитарами уговорили его поехать, вот, и отвезли в центральную больницу. Понятно. Теперь тут одна скучаете, наверное, да? Товарищ старший лейтенант, приказываю отправляться в больницу. Спасибо, всего доброго. Спасибо. Чего это тут раскомандовалось? Вообще-то это я заместитель Олега. Николаевича? Николаевича. Угу. Угу. А что, есть другие предложения, куда поехать? Нет. Угу. Вот видишь? Вижу. Значит, сейчас едем в больницу, заодно навестим Олега и отчитаемся о ходе следствия. Это приказ. Слушаюсь. Да. Игорь Михайлович Горин? Да. Здравствуйте. Здрасте. Полиция города Мавки. Старший лейтенант Ледовский, лейтенант Задорожный. А вы по какому вопросу? Хотим узнать, где вы получили ожоги. Ну так, на даче, в бане. Я париться люблю, ну, парку поддать. А труба не выдержала. Сажа загорелась в дымоходе. Еле успел выскочить. Вот. Вы проверить-то можете, ну, это дачный кооператив «Черное озеро», 11-й участок. Угу. Мы проверим. Да, мы обязательно проверим. А вы пока расскажите о своем скандале с застройщиком торгового центра в Лютниках. Да ну не было никакого скандала. Ну какие скандалы? Они характеристики не изучают, а материалы заказывают, а потом претензии предъявляют. У меня каждый месяц по 3 таких случая. К тому же, с владельцами этого торгового центра мы мирно расстались. Они рассчитались со мной полностью за материалы. Ну, после того, как я пригрозил им судом. Так что... Владельцами? Ну да. Мороз и этот... Господи. Латкин. Латкин. То есть у Мороза есть компаньон? Ну, был. Ну, по крайней мере, я слышал, что они разругались, ну, недавно. А у вас есть номер телефона этого Латкина? А, нет, нет. Я все вопросы решал только с Морозом. Только с Морозом. Понятно. Спасибо вам. Выздоравливайте. Спасибо. Если нужны какие хорошие стройматериалы, обращайтесь. Я сделаю скидку. Обязательно. Всего доброго. Да-да. До свидания. Ну что, теперь коллегу? Что мы ему скажем? Он же про Таню спросит. Привет. Привет. Ну как? Супер. Где Таня?
нервничайте. Она в надежных руках. Ладно, 93, 94, 95, 96. Все, не могу. Сказал, до 150 можешь. Могу, но в другой раз. Да. Добрый день. Добрый. Меня к вам дежурный направил. У меня старушка пропала. Не понял? Старушка пропала. А. Танюш, присядь пока, приз свою возьми. Проходите, гражданин. Фу. Итак, гражданин. Зленко Алексей Романович. Я слушаю вас, Зленко Алексей Романович. Что у вас случилось? Вы понимаете, я старушку сбил на парковке торгового центра. Ну, даже не сбил, а так слегка зацепил, когда назад сдавал. В общем, я ее сразу посадил в машину и повез в травмпункт. Приехали, она осталась в машине, а я побежал за санитарами. Возвращаюсь, а старушки нету. Ну что ж, я вас поздравляю. Вы избежали судебного иска. Нет потерпевшей, нет дела. Все, до свидания. Да подождите, а если вдруг родственники суд подадут? Или она немного не в себе, от меня убежала и сейчас в городе где-то потеряется? Послушайте. Вообще-то, да, вы правы. Нужно старушку найти, конечно. Дядя Леня, а как же я? Танюш, сейчас, секунду. Лапунечка, привет. Послушай, ты не можешь подъехать сейчас в отделение, посидеть с Танюшей? Это дочь шефа. Солнышко, ну, я не могу, у меня срочное дело, а ты же понимаешь, что нельзя оставлять девочку в отделении полиции одну. Я скажу дежурному, тебя пропустят. Спасибо, люблю. Фух. Ну что, вы на своей машине? Да. Хорошо. Ну что? Аппарат вызываемого абонента выключен и находится в тюрьме. Господин Мороз спит, кажется. Не отвечает. Понятно. Поехали тогда в гостиницу. Будем его будить. Кто это, королева? Не знаю, но я бы на ней женился. Видели, мужики? А теперь смотрите сюда. Это что, жена рыбака? Ничего себе. Вот моя машина. Видите, я назад сдаю. Вот она, вот. Да, все, как вы рассказывали. Скажите, а вы не обратили внимания, над травмпунктом там есть камера? Да, кажется, есть. Есть, хорошо. Ну, тогда поехали в травмпункт. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, в каком номере остановился Петр Мороз? Да, сейчас. В 310-м номере. Спасибо. Спасибо. Только Петра Александровича в номере нет. Как нет? Но он с утра уехал, еще не возвращался. Понятно. Поехали. Подожди, а некто Латкин останавливался у вас? Да, секунду. Но если Мороз сам не местный, то логичнее всего предположить, что партнер не местный. Да, был такой. Латкин Федор Григорьевич снимал номер люкс 3 недели назад. А можете показать скан его паспорта? Да, секунду. Да. Вот. Место прописки Александровка. Это где? Это 50 километров от Малок. Можем туда съездить. Завтра с утра. Почему не сейчас? Ну, потому что у тебя в отделении ребенок шефа непонятно, чем занимается. Точно. Поехали. Это вам. Поняла? Да. Давай, теперь ты. Я не поняла. Что здесь происходит? Вы кто такая? Это же тетя Оля, жена дяди рыбака. Посмотри, как я могу. Смотри. А вы, наверное, Вадим и Кира, да? Очень приятно с вами познакомиться. И мне тоже очень приятно. И мне тоже очень приятно. А где Леонид? Он, как обычно, расследует какое-то запутанное дело. А, ну да. А вы кофе пьете? Я боюсь, Леня уже весь выпил. С автомата есть чудесный в коридоре. Давайте. Кстати, а вы у папы были? Да, да, все в порядке. Ура, да.
Вот, это мы подъехали. Так, вот я в травмпункт захожу. Вот, вот она, видите, вот. Вышла и ушла. Да, бодренько пошла. Вы ее точно машиной ударили? Ну да, я слышал звук удара. Странно. Лица не видно. Знаете что, давайте вы подъедете завтра утром к нам. А зачем? Фото робот составить. 55, 56, 57, 58, 59, 60. О! Он только больше тебя прыгает. 59. Да? Да ладно. А Ольга где? Ну, кофе пьет с Кирой. Все, перерыв. Стане совсем несложно сидеть. Вы что, она же уже взрослая. Я вообще очень люблю детей. Ну, с моей работой сложно выпасть из обоймы на год. И Леня тоже не торопится детей заводить. А как вы познакомились, если не секрет? Знали бы вы, сколько я за ним бегала. Вы? Я. Ну, один маньяк увидел мою фотографию на обложке журнала. Начал доставать. Угу. Никто не мог его вычислить, а у Лени получилось. Потому что он самый умный. Как ты такую красавицу отхватила? Подрастешь, расскажу. Секрет. Очень смешно. Вот это тогда кто? А? Сестра моя. Хочешь, познакомлю? Хороший человек. А, не-не-не. Да просто не в моем вкусе. В какой-то момент я поняла, что за ним, как за каменной стеной, такой чуткой, доброй, надежной стеной. Я даже сама сделала ему предложение. Вы? Я. Ему. Удивительно. Я надеюсь, он после этого проснулся. И глаз не открыл. Зайчик, привет. Привет. Ну что, поехали? Была рада всех повидать. Танюш, приходи в гости, продолжим занятия. Правда? Спасибо. И попрыгаем заодно. Ну, пока. Спасибо, пока. Что посидели. С Таней. Попался, да? До свидания. До свидания. Неприлично так пялиться на жену коллеги. Да. Я о своем задумался. Так это не твое. Да. Так, завтра с утра не опаздывать. Да, заместитель начальника, товарищ. Пока, дядя Вадим. Одну текилу, пожалуйста. И мне. Надо же. Вадим. Вадим. А вы? Марина. Марина, точно, помню. У меня хорошая память. И что вы здесь делаете, Марина? Проходила мимо. Решила зайти. Сегодня был тяжелый день. А вы? А я живу недалеко. Ясно. Ну и как продвигается ваше расследование? Вы уже всех арестовали? Тайна следствия. Ну, конечно, конечно. О чем тогда будем говорить, Вадим? Ну, расскажите о себе. Скажите, как вы докатились до такой жизни и попали в страховую компанию? Вадим, ну почему, когда два следователя встречаются в баре, их разговор перерастает в какой-то перекрестный допрос? Ну. Тогда предлагаю к черту эти вопросы.
Марина! Марина! Поматросила и бросила. Приятного аппетита. Спасибо. А это что? Ну, судя по уликам, это сырники. А что, не похоже? Не, похоже, похоже. Просто у меня по утрам часто нету аппетита. А хочешь, папе позвоним прямо сейчас? Конечно. Олег Николаевич, доброе утро. Как ваше самочувствие? Привет, Кира. Тут такое дело. Ваша дочь, Татьяна, очень сильно соскучилась по вам. Хочет поговорить. Папочка, привет. Как у тебя дела? Все хорошо. Ты к тете Киру слушаешься? Конечно. Смотри, я сейчас все ее сырники съем. Молодец. Можно мы поговорим с тетей Кирой? С Вадимом в Александровку. А, не думаю, что Таню стоит брать с собой. Вы можете завести ее домой, она уже большая, сама посидит. Хорошо. Я думаю, что мы вернемся не позже обеда. Да. Спасибо, Кира. Спасибо вам, что присматриваете за Таней. Ну, еще одна тетя Кира, Олег Николаевич, я передумаю. Олег, просто Олег. Давайте на «ты». Олег. Хорошо, Олег. До свидания. Пока. Слушай, вот когда девушка с утра уходит, даже не попрощавшись, вот что ей движет? Я могу понять, когда мужчина сваливает по-английски, но... Дамы и господа, посмотрите, это мужской шовинизм в своем чистом виде. То есть, когда ты уходишь, бросаешь девушку, это нормально. А она так поступить не может? Ну, просто как-то обидно. Здравствуйте. Латкин Федор Григорьевич. Добрый день. Полиция города Мавки. Лейтенант Задорожная. У нас есть к вам несколько вопросов по поводу вашего партнера, гражданина Мороза. Спасибо. Мы с ним уже не партнеры. А мы в курсе. Почему вы разошлись? У нас разные взгляды на способы ведения бизнеса. А что, Петр вляпался в какую-то историю? Ну, у него прошлой ночью в Мавках торговый центр сгорел. Бывает. Вы знали? Мы уже месяц не общаемся. А вы считаете, что я могу быть причастен к пожару? Ну, почему сразу вы? Просто если вспомнить, что перед тем, как расстаться, вы сильно поругались с Морозом, то все может быть. Ночью я был в столице. Позавчера читал лекцию в одном экономическом вузе. Это легко проверить. Могли нанять кого-то? Перестаньте. Я слишком много сил и денег вложил в этот проект, чтобы что-то там поджигать. Это как убить ребенка после развода. Ну, а кто, по-вашему, мог совершить поджог? Когда мы только начинали в Мавках, к нам пришли люди. Серьезные люди обещали помочь тендерам. Не безвозмездно. А что за люди? Сможете описать? Я тогда был в отъезде, все переговоры вел Мороз. Тендер мы выиграли. Но Петр отказался платить. Я был против. Уговор есть уговор. Но он меня не послушал. И когда эти люди пришли за деньгами, он
отправил их в далекое путешествие. Мы тогда из-за этого как раз с ними поругались. Я ушел. Но заметьте, Мороз вернул мне все мои инвестиции. И я на него не в обиде, и стимула мстить ему за что-то у меня не было. И еще кое-что. Все, что я вам говорю, исключительно не для протокола. Почему? Потому что мне есть что терять. Если вы меня с этим потянете в суд, я все буду отрицать. И волосы сзади в пучок стянуты. Угу. Так? Да, вот вроде похоже. Так, и что у нас получилось? Обычная старушка. Отличить ее от остальных даже мне будет проблематично. И что теперь делать? Да что обычно? Разошлем фоторобот по больницам. Вдруг кто узнает. А можно мне тоже пару экземпляров с собой взять? Хочу расклеить возле того торгового центра. Вдруг она где-то там недалеко живет. Ну, а почему нет? Да, конечно, сейчас распечатаем. Спасибо. Угу. По имеющейся у нас информации, у вас все-таки был в Мавках конфликт. Какие-то люди якобы требовали у вас деньги за решение вопроса с тендером. Господи, кто же вам сказал-то такие глупости? Латкин. А-а-а. Ну, этот может. У него всегда была богатая фантазия. Зачем ему врать? А кто его знает? Ну, может, захотел меня подставить. Ну, типа, у меня в Мавках нелегальный бизнес. Он всегда был сам себе на уме. Хитрил много, из-за этого мы и расстались. Так, может, это он и поджег здание? У него для этого кишка тонка. Вот что-то намутить себе на пользу, это да. Ну, сжечь чужие объекты. Ну, тем более мы с ним по-хорошему расстались. Все бабки, что он скинул, я ему вернул. Так что работайте, ребятки. Работайте. А мы работаем. Кто-то из них врет. Либо Мороз, либо Латкин. Непонятно. Слушай, пойдем пообедаем. В гостинице есть ресторан. Ты знаешь, какие там цены? Я могу заплатить за двоих. Еще чего. Тут за углом приличная столовка. Я ни разу не ела столовой, не хочу пробовать. Серьезно? Серьезно. Значит, тебя ждет самое яркое впечатление в твоей жизни. Погнали. Спасибо, что нашел время за мной заскочить. Да перестань. Ты же знаешь, мне совсем не трудно. Сейчас только заедем в торговый центр, я фотороботы вчерашней бабушки оставлю, пусть расклеят. Ты все переживаешь? Ну, конечно. Где-то я так вымазалась. Ой-ой-ой. Так, возьми у меня салфетки, тут есть баночка. Спасибо. Откуда у тебя портреты моей мамы? Это твоя мама? Да.